Добрый день, дорогие друзья! С вами Дмитрий Черепащук, и будем рассматривать с вами, как всегда, интересные идеи уже на конец августа, да? Начнем мы с золота. Интересная ситуация была на прошлой неделе, да, мы с вами обсуждали, что держит нас ниже уровня 17.88. В понедельник произошел выстрел, все замечательно. Я также, как и вы уже, что поход будет выше, да, так как с этой консолидацией сорвали нас вверх. Но, тем не менее, как всегда, золото остудило всех интерес. Откатилась, протестировала, да, этот уровень уже несколько раз, не дала нам дневными свечами закрыться ниже, да, то есть хвосты снизу появлялись, поэтому, значит, вернее, указывает на то, да, что есть какой-то крупный игрок, который по рыночной цене, даже не лимит по рыночной, выкупает эту интересную зону, в его случае это зона 17.88. На данный момент это сейчас у нас часовик. Интересного ничего нету, да, мы вышли выше, сегодня яростные такие покупки, да, после вчерашнего, позавчерашнего слива мы видим, что идет какая-то, опять же, набор позиций, только уже выше этого канала. И смотрим мы за уровнем пристально 18.08. После его преодоления, тогда можно будет уже рассматривать какие-то дальнейшие игры с золотом, пока я ничего по нему сказать не могу, потому что очень резко подошли, мы можем точно так же протестировать сегодня 18.08 и скатиться в зону вот 17.88. Поэтому пока по золоту ничего интересного, тренд теперь у нас сохраняется все-таки восходящий, да, локально, не скажу, что глобально, глобально мы находимся в неком широком таком боковике. Вот, поэтому смотрим более на мелкие таймфреймы, чтобы определить, куда же все-таки направлен инструмент. По нефти. По нефти вчера, я думаю, вы все заметили, да. Это ужас, конечно, если кто-то здесь пострадал, это соболезную, потому что здесь можно было просто потерять очень большое, давайте посмотрим, 10% просто в секунду, да. Это в одной минутке, по-моему, было. Давайте с вами посмотрим. Этот ужас. Да, в одной минутке, то есть за одну минуту кто-то мог потерять, если там с пятым плечом 50% депозита. Поэтому будьте очень аккуратны, да, от этого никто не застрахован, на рынке может быть все. По нефти. По нефти преодолели этот уровень, который для меня был именно значимым, с него хорошее было движение, перелоу. Сейчас идет закрепление выше, да, мы видим, если убрать, да, с глаз вот эту палку, мы видим, что... Мы закрылись выше, обратно нас закрыли ложным пробоем, и тем не менее сегодня обратно выкупает. И посмотрите, как на часовике хорошо идет поступательное движение, да, то есть плавный, без откатов, видно, что действительно инструмент сильный. Поэтому по нефти я бы рассматривал лонги, единственное, что испортило нам ситуацию, это свеча, да, и график теперь выглядит некорректно, если мы возьмем, например, 5 минут, вот как он выглядел замечательно там до этого дня. И теперь он выглядит вот так, да, то есть максимально удаленно, потому что график должен захватить все хаи и лои. Поэтому подождем немножко дней, поторгуется, чтобы адекватно можно было анализировать на мелких таймфреймах. Но, тем не менее, инструмент, я думаю, пойдет еще выше. Единственное, что много прошли, и очень рекомендую вам, если вы, например, сегодня брали лонги, да, или будете брать, если вы увидите, что закрепление будет 71-60 где-то в этом районе, да, то есть этот весь рост сольют, не вздумайте переносить, где бы у вас позиция не была открыта, через ночь, через выходные, потому что очень просится еще нефть на откат. Как бы там ни было, красивое поглощение, все замечательно, я все понимаю, но тем не менее мы много прошли, это нефть, а ей свойственно выдыхаться, да, не бывает ее бесконечно, этой энергии покупателей или продавцов, поэтому она все равно, каким бы сильным инструментом ни была, будет идти на откат, поэтому будьте очень аккуратны. Давайте с вами еще быстренько посмотрим евро-доллар. По евро-доллару, как всегда, у нас ничего особо интересного. Закругляется, скорее всего, продолжим еще падение, потому что очень у нас идет упор продавца. Любой выкуп сразу же заливает, любой откат сразу же заливает. То есть запомните еще одну вещь, это когда вот идет по тренду, как себе интерпретировать вот, вот эти откаты. Это для вас только делается, да, вот вы думаете как эгоист, что это делается для вас, чтобы вы зашли по лучшим ценам, потому что вы...
Точно так же, как крупный игрок, составляете какую-то долю процента, да, от объема, минимальную, мизерную, но когда много, да, когда это рыночные ордера, вот это составляет уже большая масса, когда толпа продает или покупает. Поэтому он и рисует вам такие картинки, что вот смотрите, я здесь, ребята, да, зашли, например, стопы поставили огромные за эту проторговку. Эти ребята зашли, поставили за эту. И крупный игрок каждый раз, видите, дает им заходить, не выбрасывает их, тем самым помогает себе разгонять движение в ту сторону, в которую ему нужно. Он показывает тебе, смотри, вот здесь, которые зашли, поставили здесь стопы, я не выбросил. Поэтому, когда следующий откат, ты можешь здесь зайти и поставить стоп. Ему выгодно форсировать то движение, которое ему выгодно. Да? Извините за, может, дурацкое такое объяснение, но оно так и есть. То есть, когда ему нужно, он и будет рисовать, что все замечательно, не выбрасывая, да, после вам обычно вот таких консолидациях обычно сразу вынос и потом только уходят. Очень часто такое по золоту, да. Все замечательно, все набрали, но извините, мы вас выбросили и потом полетели. По евро-доллару, видите, ситуация другая, то есть каждый раз с хорошими полочками такими инструмент продолжает. Единственное, что, опять же повторюсь, АТР. АТР у нас, как всегда, остается желать лучшего. 39.0039. Ну, это ужас, конечно. Поэтому смотрите за евро-долларом. Я бы открывал где-то в этих районах. Давайте с вами более точно определим. Я бы взял по вот этой свече. Вот если мы хай 17.70, если мы 17.70 закроемся чуть ниже, да, 69 надо, или по той же цене 70. Сегодня, то я бы в понедельник рассматривал открытие шортовых позиций, да, на продолжение движения вниз. На сегодня это был весь обзор, да, который я хотел вам показать, которые идеи интересные. Пока сверхинтересных идей как таковых нету. Единственное, что-то знаменательное было по бренд. Да, золото пока у нас в распиле, в некоем. Серебро. Ну, серебро тоже ничего пока интересно, туда-сюда ходим. Поэтому желаю вам хороших выходных, отличного заканчивания отпуска, у кого лето, да, и приступать к работе в сентябре. Я думаю, что будет интересно на движение. Уже рынок немножко начинает ходить, поэтому я думаю, будет все замечательно. Все, всем пока.